Дорогие друзья, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян согласился со мной на короткий телефонный разговор, и мы ему звоним. Здравствуйте, Никол Бабаевич. Спасибо, что согласились со мной пообщаться. Вам спасибо. Честно, для меня, для скромного блогера, это неожиданность. Ну, пригласили, и я с удовольствием принял. Скажите, сможет ли Армения усидеть на двух стульях, то есть дружить и с Россией, и с Западом одновременно? Мы не пытаемся сидеть на двух стульях. У меня один стул, и я сижу на этом стуле. И у нас нет такой цели сидеть на двух стульях. Благодарю вас. И еще один короткий вопрос. Сегодня, пройдя через все это, чем вы считаете Карабах? С международной правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Повторяю еще раз, сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала. Поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, сам Нагорный Карабах – это тоже с точки зрения международного права Азербайджан. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До свидания. Вот так. Спасибо.